Хей, ОГС, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Death Gambit. Текс, наша с вами сегодняшняя цель. Так, сейчас, хоп. Там, блядь. Во-первых, давайте, наверное, все-таки прокачаюсь. Ну, так сказать, ключ мы купили, который мы хотели. Поэтому повысим свой уровень. На 3 инты. Дальше давайте, наверное, пойдем с самого начала, откуда мы пришли. Поэтому для этого мы что делаем? Правильно. Книжечку убираем. И надо будет, наверное, в натуре все попродавать. То, что не является мной используемым. Можно как бы вариант попробовать еще раз с ним сразиться. Но там все равно, видите, нужно будет просто доджить атаки и все. Ну, сапоги у меня просто на этот пойдут. На продажу. Плюс грибок. Вот, как мне тот цветок достать? Чего? Я мог здесь отдохнуть? Серьезно? Это статуя отдыха? Откуда я мог знать, что это статуя отдыха? Лол, откуда я мог знать, что это статуя? Убитесь, катитесь. Алдийский меч. Ладно. А, стоп, здесь вон, точно. Так, ну какое-то секретное место получается. Ну, запомним, хорошо, что здесь такое есть. Кстати, если так говорить еще о цветах, то у нас еще с этой стороны что-то было. Во, да. Так. Что же здесь пряталось? Темная материя? Какой-то новый предмет. Так, темная материя. Нестабильный элемент прямиком из космоса. Его свойства неизвестны, но его силу способна заметить даже тот, кто не разбирается в редких элементах. Опытный ремесленник способен использовать его при использовании с... Панель быстрого доступа дает 3000 сенсов. Фу.
нифига себе. Варюкин. Ну да, теперь я могу, в принципе, использовать цветки для более быстрого перемещения. Что тогда перед все шмотки сходить? Пойдем, давайте быстро переработаем все, что мне не нужно. А, я могу здесь еще и улучшать предметы. Так, разобрать предмет. Блин, так бы, конечно, не хотелось разбирать. Ну, видите, допустим, уровень третий, да? А я получаю всего лишь одну. Я получаю все равно одно и то же. О, кстати, я ж новую еще эссенцию получил. А что за новый предмет? Новая эссенция духа. Так, ауру эссенции. Снижает любой получаемый урон на 13%, но каждый получаемый удар потребует 4% от вашей текущего запаса эссенции. Неактивно, если у вас в запасе... менее 100 эссенций. Покров из кристаллизированных фрагментов душ превращается в эффективную защитную оболочку. Я понял. Так, а для чего это? Я думал, здесь морковка будет. Не. Ну ладно. Я могу на самый верх полететь. Давай вниз. Посмотрим, что снизу. А, я помню это место. Это же начальная лока.
мое фарм место, так сказать. Блин, а как в натуре мне так тогда сделать по-быстрому? На самый верх я не залечу, если так подумать. Ну там есть проход, да. Но мне туда не попасть. Ну, пойдемте тогда сюда. Может быть, там как раз с той стороны я смогу куда-то вылезти. Либо там еще очередные глазки спрят. О, кстати, стоять! Че я туплю? Я ж могу пометки ставить. Я про них вообще забыл. Давайте ставить маркеры, чтобы я понимал, где был, где не был. Блин, кстати, надо будет у него книжечки позакупать. И зерно купить, возможно. Книга заклинаний. Снова, видите, я могу вверх полететь. Давайте залетим, я хочу хотя бы посмотреть, что там. Так сказать, пометить карту. Короче, просто удержать нужно до конца палец, чтоб налетел. Так, затерянные острова. Страндел. Да, главное хорошо, что я к ним очень близко не подъехал. Так, здесь написано. Ложный ангел жаждет вернуть свое оружие. Что-то, как вы знаете, в этом. Хотя, сейчас узнаем, ладно.
Здесь написано, только слепому откроется истина. Без проблем. Стоп, я же повязку не продал. А у меня ее и не было, да? Сука, нужно мне тогда мужичка купить. Здесь написано, одари нас великими дарами. Нам нужны книги пламени, кусок метеора и жало существам. Порядок сверху вниз. Книга пламени, ну, у меня есть. Ладно, думаю, лучше прочесть, потом делать. Здесь написано, этот кристалл сочится болезнью. Скинуть ему перо, что ли? Давай я скину ему какое-то перо. Жалко будет, конечно, если я ошибусь. Как ты держишься? Уже лучше. У меня вновь есть ясная цель. Когда ты будешь готов к штурму Каэр Сиоры, я буду сражаться рядом с тобой. И когда все это закончится, я надеюсь, что твое воссоединение с семьей будет счастливее, чем мое. А это кто такой? Его же здесь раньше не было. Так, ладно, мне нужна повязка для глаз теперь. Круто. Так, что я уже еще могу создать новенького? Метательный нажим. Ага, понял. Только цветы продает. Блин, что пойти книгу отдать? Я не знаю, я бы не хотел идти пока что, да. Так, ладно, мы с вами портал открыли. Погнали в портал. А, стоп, я же сюда специально пошел для чего? Для того, чтобы, во-первых, могу здесь отдохнуть. Я думаю, может лучше перно оставить, там где-то было написано, что я могу с помощью него там что-то сделать.
Подожди, а у меня еще нету тьмы, да? Вот в чем прикол. У меня еще нету тьмы, ребят. Блин. Вот. Включить. Все, отлично. Только знаете, что я сейчас понял? Так, ладно. Я ж могу идти туда. Надеюсь, сфера останется. Если сфера останется, будет очень хорошо. Все, сфера осталась. Придется быстро действовать на самом деле. Мне придется насобирать так элементов, чтобы я смог сломать все, что там есть. Вот, а теперь нужно очень быстро бежать туда. В принципе, мне хватит хотя бы что-то разрушить. Ладно. Что, попробуем? Только я не знаю, что сначала попробовать. Вверх либо низ. Давайте вверх пойдем, пока посмотрим. По музыке не очень хорошая идея была. Вау, вау, это злодей? Не очень приятное место.
Так, а что я создал тогда? И почему мне отнималось хп? Не думал улучшить свою экипировку? Нет, не хочу. Может, мне тогда в натуре раньше рано, потому что я смотрю, там в основном все какие-то боссы. Ну, кстати, мы тогда этого каменного еще не встречали, если так подумать. Конечно, мы еще такого увидим. Так, давайте, думаю, пока сбегаем, быстренько заберем перышко. Стоп, я теперь понял, чего я сдох. Я не понял, от чего я сдох. К вам присосался... Нихера. Прикиньте. Есть еще враги, которые к тебе присасываются в инвентаре. Вау, это что-то было новое.
Да, я понимаю, что это очень амульвар. Очень жесткое место для меня. Будучи одним из пяти магов этого мира, Амульвар обладает невероятным могуществом и несет тяжелое бремя ответственность за сохранение баланса во вселенной. Вместо того, он отторгся от мира в самый высокий келье своей башни, ведомой чего? Паранойи. Это я сейчас где? Только здесь. Это мне еще наверх идти, чтобы к нему попасть. Мимик. Сундук мимик. Неплохо, неплохо. А ловко ты это придумал. Я даже не понял. Нет, слушайте, а вот это в натуре враги и паразиты, это прикольно сделано. Вау, сейчас сдохну. Все, я за него так мало получил. Не, я дальше, конечно, не собираюсь идти, у нас времечко уже как бы. Я просто осознаю свою позицию, то, что это будет жопа. У меня, во-первых, нету хила. Я сейчас куда-то направляюсь. Я не знаю, что там будет. За сколько ударов оно меня убьет. Хотя зачем я в натуре так напрягался насчет той херни? Так, подожди, это куда вниз? Триллергическая аура. Так, тетриючка аура. Атаки ближнего боя наносят огненный урон, и их урон теперь зависит от интеллекта. Снижение количества, получаемого при атаке духовной энергии, силу можно обрести многими путями. Договор заключается с силами за гранью понимания ритуала. А, то есть он меня не видит? Однако у всего будет свои последствия. Понятно. Зернышко. Вот видите, сейчас где здесь написано. Легендарно это гласит. Эти семена посажены в кальминге. Цветок, который затем создается существо Гаи. А, серьезно? Добро пожаловать, добро пожаловать. Финк расширяет предприятие. Видишь этот рычаг? Хитрый трюк магического человека. Всего за 1000 сенсов Финк дернет его, ага. Ты
слизь. Я думал, ловушка какая-то будет, а он мне что-то активировал. Скорее всего, он вот здесь мне проход открыл, кстати говоря. Ну что, давайте хотя бы попробую, сходим. Смотрим, что здесь. Типа, если я потеряю перо, я смогу сюда по фасту вернуться, просто этих врагов поперепрыгивать. Но с инвентарем, да, придется немножечко постараться, чтобы... Бля, я не хочу сюда идти. Я чувствую, что здесь будет западня. Сбежать могу? Выйди из зади. Блин, ну... Мне с него дадут кусок мяса. Вот в чем прикол. Ну я просто понимаю, что у меня хпшки вообще нету. Поэтому я лучше не буду рисковать. Если он в меня залезет, я умираю сразу. Ладно, давайте, думаю, на этом мы закончим. Наверное, следующий серий будем по низу, потому что поверху слишком серьезные враги. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.